Всем привет, ребята! Столкнулся и я с такой же проблемой. Ну вот забыл я пароль от своего телефона и все. Сколько бы раз не пытался вспомнить и вводить предположительный пароль, ничего не получалось. Только хуже становится и телефон блокируется, не давая сделать вообще ничего. В итоге я понял, что пароль я, к сожалению, уже не вспомню. И что же мне делать в такой ситуации? Давайте я вам расскажу и заодно вместе с вами попробуем разблокировать мой iPhone. И вы посмотрите, насколько мой метод действительно прост и эффективен. Решений в данной ситуации может быть несколько. Первое – это все-таки каким-то чудом вспомнить пароль. А второе – действительно эффективное решение – это то, которое предлагает программа 4UK. Здесь, помимо самой главной возможности в сбросе забытого пароля от телефона, также присутствует возможность удалить Apple ID с устройства, если вы забыли от него пароль и никак не можете выйти из аккаунта. Также можно удалить пароль, который установлен на приложение в категории экранного времени. И одна из крутейших возможностей – это удаление аккаунта MDM, если вы все-таки на такое нарвались при покупке телефона. Давайте приступим к сбросу пароля, а то, как видите, телефон я все никак не могу разблокировать. Предварительно подключаем телефон к компьютеру и нажимаем кнопку «Начать разблокировать». После чего нас перекидывает на страницу, где мы уже можем удостовериться, что компьютер и программа правильно определили устройство. Нажимаем «Начать» и видим инструкцию, в которой нас просят перевести устройство в режим DFU, для того, чтобы программа смогла сбросить пароль телефона. Это единственный момент, где нам нужно будет что-то делать с самим телефоном. Все остальное программа сделает за нас сама. Нажимаем на те кнопки, которые указаны в инструкции, и ожидаем дальнейших действий. После того, как телефон перейдет в режим DFU с вашей помощью, программа его автоматически подхватит, и мы переходим к следующему уровню, где нам будет необходимо заново перепрошить устройство. Здесь нет вообще ничего страшного. Тут за нас все сделает программа. Нам необходимо всего лишь нажать кнопку «Скачать». И программа нам сама скачает самую последнюю и актуальную версию iOS конкретно для вашего телефона. А мы просто сидим и ждем, пока все будет готово. Спустя некоторое время прошивка скачивается, и все готово к тому, чтобы сбросить пароль. Нажимаем кнопку «Начать удаление», и теперь устройство начнет процесс восстановления. Опять нужно немного подождать, и после этого можно уже наконец-то начать пользоваться своим устройством. А для того, чтобы все полностью вернуть как было, лучше, конечно, восстановить телефон из резервной копии. А так лично я уже все быстро настроил, и телефон полностью работает. Если вы столкнулись с похожей проблемой, то обязательно попробуйте воспользоваться этой программой, скачав ее. Ссылку на нее я оставлю в описании. Работает программа как для Windows, так и для Mac. На этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А мы увидимся в следующем видео. Пока!